по привету, Саня Херера на связи. Очередное мое любительское видео. В этом видео поговорим про зарплату, сколько я заработал за месяц. Многие люди интересуются, задают вопросы: Саня, сколько там можно на стройке заработать? Но опять же, мы будем рассматривать среднестатистическую зарплату на стройке. То есть есть люди, кто зарабатывает меньше, есть люди, кто зарабатывает больше. То есть я в данный момент вот последние 6 недель работал на среднестатистической зарплате. Позиция это была ход карьера, то есть работал с каменщиками, помощником каменщика. А для тех, кто хочет более подробно узнать об этой профессии, смотрите полное видео у меня на канале. Ссылку я оставлю внизу в описании под этим видео. Стандартная ставка там, ну, в среднем 130 фунтов грязными в день. Мы возьмем за внимание не месяц, а 4 недели, так как здесь, где я работаю, недельный пеймент. То есть каждую неделю фирма платит деньги. То есть из 28 дней, 23 из них я был на работе, то есть это 3 недели по 6 дней работа была и 1 неделю 5 дней. Итого всего было отработано 23 дня из 20 возможных. Ставка здесь, повторюсь, 130 фунтов грязными, это 104 фунта на руки за стандартный 8-часовой рабочий день. В каждой компании, кстати, разные ставки по поводу и времени, то есть сколько часов работать, где-то может быть 7,5 часов за такие же деньги, где-то может быть и там чуть больше. Итого заработок составил 2990 фунтов за 23 рабочих дня. Из них отминусовываем 20% налог, это 598. И чистая сумма у нас получилась 2398 фунтов. Кому интересно, можете все эти цифры перемножить на 1,3 и получите цифру в долларах. На сегодняшний день, то есть на данную минуту, курс именно такой. 6-дневный рабочий день на данной фирме, поставки 130 фунтов грязными в день, то есть 104 фунта на руки. Это получается за 6 рабочих дней 624. И бухгалтерская компания, которая проводит данные операции по зарплате, еще отминусовывает каждую неделю по 10 фунтов. Итого 624 минус 10 получается по 614 фунтов в неделю чистыми заходило за 6 рабочих дней. И какой-то день там у нас еще был овертайм, 1 час. Я все рассказал вам, подсчитал, а сейчас по-быстрому телепортнемся в банк, немного как бы демонстративный процесс посмотрим. Значит, смотрите, начал работать в начале февраля. Первая зарплата у нас была 15 февраля, видимо, заход был. Потом, спустя неделю, видимо, опять 22 февраля. Вот так с payroll 2627. Спустя неделю опять 1 марта 614. Ну и дальше уже банк не распечатал. То есть еще нету пока информации здесь. Вот мы вернулись из банка. Как видим, банк отобразил стейтмент пока за первые 3 недели рабочие, остальные недели еще как бы банк пока не отобразил информацию. Но это можно через телефон посмотреть, но я уже не буду в такие формальности вдаваться. Я думаю, вам достаточно и такой информации. Я ни в коем разе не фастаюсь. Для Лондона эта сумма не такая уж большая, как я говорил в начале видео. Это средний заработок на стройке. То есть есть люди, которые зарабатывают больше, есть люди, которые зарабатывают меньше. Но не забывайте, что те, кто больше зарабатывает, у них и побольше растраты. Я могу даже самый простой пример вам привести. Карпентер, то есть плотник, который занимается с деревом, он зарабатывает по 200, по 220 фунтов грязными в день. Но не забывайте, что у него нужно оплатить и машину, таксы, шмаксы, растраты на бензин, парковку. Также комнату надо побольше какую-то снимать, то есть за 80 фунтов комната маленькая уже не подойдет, так как ему надо кучу инструментов содержать. Бывает, здесь и воруют инструменты, то есть в машине там багажники вскрывают, двери, и все это воруют. То есть, сами понимаете, там большой заработок, но могут быть и большие растраты.
Так что вот так вот делюсь с вами информацией, как бы принимайте, обозревайте, так сказать. Стройка-то завершилась. Сейчас жду пока начала больших объектов, пока перебиваюсь как бы временными подработками. А кто-то из вас может предложить какие-то варианты получше? Все молчат, никто. Вот я и рассказал все, подсчитал, показал вам. От вас всего лишь навсего прошу поставить палец вверх под этим видео. И кто еще не подписан, подпишитесь на канал, у кого есть возможность поддержать. На этом видео будет подходить к своему завершению. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До встречи в новых видео.